Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доминик Джонс, и сегодня я покажу вам эксклюзив на iOS, именно Infinity Blade 2. Infinity Blade 2 славится своей графикой, на которую мы сейчас посмотрим. Честно говоря, от графики я ожидал немного большего. Тут ключевое слово «немного», потому что графика здесь действительно очень хорошая, все-таки это Unreal Engine 3. Вот, игра эта в жанре слэшера, причем такого простенького слэшера, то есть нам нельзя свободно ходить, можно только воевать. Вот. Собственно, здесь на карте спрятаны разного рода бонусы, типа зелья здоровья или сундука, или возможно зелья. Золото. Вот, куда я нажал. Я не знаю, какой конкретно здесь сюжет. По-моему, надо пройти все, убить главного босса. Затем, пока маленький у нас уровень, мы все время погибать будем. Потом за нас будет мстить наш сын. И все это повторится до тех пор, пока мы не убьем главного босса. Вот. Так, посмотрим, собственно, на бой. Играть не особо удобно, так сказать, на iPad, потому что это все-таки большой экран, и кнопочки вот эти нажимать, и потом еще вот так вот делать, это мне не очень удобно, по крайней мере. Я не знаю, как другим пользователям iPad. Так, вы можете, собственно, наблюдать графику, да, графика действительно классная, как я уже сказал ранее. Но все равно. То ли дисплея, то ли разрешение дисплея не дает насладиться всей крутостью графики, то ли что, я не знаю, но тем не менее немножко нечетко все. Но для мобильной игры, конечно, графика вообще супер. В общем, как вы знаете, сражаться нужно вот так вот. Можно вот так в сторону отпрыгивать. Есть вот такие вот супер удары, да, магии, то есть. Вот, мой друг, собственно, пока недалеко еще прошел. Все, дефит, поражение. Думаю, на этом и закончим. С вами был Доминик Джонс. Всем пока.